шишнет. Надо, чтобы ну пойди вот кого-то, блядь, пни, Олег, я, еще раз тебе снимаю. Ну вот, блядь, что, понимаешь, ты говоришь, я не пойду, она, я не пойду, блядь. Ну, давайте, ты Наташа ходил, пускай она ходит. А? Наташа ходила, что пускай она, я она ничего здесь не говорю, я просто говорю, кого-то надо пройдет организовать. Нет, все, там не один, их наших человек. Она идет, сейчас и все, не позорует. Ну организуйте как-то там, я не знаю. Ой, нахуй пошел, на охоту пошли. Надо убеждать людей-то. Ну, вот я вижу, много на молодежь, да сколько они там. Никто, блядь, эти как зовут, Зимкова, это Ольга, как не отдавал, на умчик не отдавал, сказал, нет, мне воды не отдам, я ни хера. Эш, пойди, и тоже головой, да ну поливай, и хен их положи. А у тебя тебе отрезки у этого. Ну а как отрежешь ты, блядь? Так, молча, у тебя кету отдам. Ты будешь резать, что ли? Я буду. Пошли. Пошли, без проблем. А кому ты отрежешь? Туда, на подожди, еще, может, деньги дадут. Дело не в этом, по-моему, на этом не дне. Какая старая вода, ты что? Она через год закончится, старая. Вот это. Нет, она утекает, утечка в этом. Ребята, ну, не, а что, да не будет старой воды, сейчас подключится. Нет, Андрей. Пускай стоит пока. Да ее попробуй отверни кто. Это только где, Андрей? Пускай стоит пока, поехали. Потом Андрей сказал, что отвернул, что ли. Да не надо, пусть она висит. Пускай стоит, поехали. Пошли, ладно. Все, закончили? Пойдем. Правильно. Пить хотят все, а работать, и деньги платить никто не хочет. Вот так вот и живем. Ты там внизу снял все? Все, на обед поехали. Вот проводится новый трубопровод. Подвод воды на в село Подлесное. Старое все сгнило и никому ничего не нужно. Ну вот Горбунова организовали людей и все-таки работа немножко началась. Будем надеяться, что все-таки здравый смысл будет. Где конец, знаешь, я не знаю. Мы в том колодце внутри этой трубы нету, выхода у нее нету. Мы не понимаем, откуда эта труба идет. Вообще не понимаем, откуда труба эта идет. И врезаться в эту трубу, которой нет ни конца, ни края, это вообще мораль полный. Ну, знаешь, это которая с кукушки идет. Знаешь, она идет, которая с кукушки. Сейчас Федорович нам объяснит. Вот в нее, если врезаться, и тогда это не будет денег. Я понимаю. Опять она приходит куда? Приходит к дому. Вот эту? Там найти надо ее. Ну 500 рублей с дома, блядь. Но не такие огромные деньги. Ну скажите мне, ребят, что пить чистую воду, блядь. Что в конце концов мыть ноги, блядь, родниковой водой-то. Ну что, вы не можете мне позволить, что ли? За 500 рублей. Да, за 500 рублей. Все по 500, а Георгий 1000 даст, да? На ему дыру в трубу. Эмиш, ну сходи смотреть, тут постоянно как-то поглядывают. Чуть-чуть чужие люди, надо смотреть, там чуть-чуть дети.